Актуальный живой танец, яркие противоречия, неожиданные слова и многоточие. Все это «Новые леса» – третий всероссийский фестиваль-конкурс современной хореографии. Танец – это движение человеческого тела для описания истории человеческой жизни. Городов гостей, 22 коллектива и около 170 участников. Строгий отбор номеров, тщательная работа над программой и исходным материалом. За 3 года характер мероприятий заметно изменился, и фестиваль-конкурс начинает приобретать свое особенное лицо. Фестиваль очень молодежный, фестиваль очень открытый, фестиваль интеллектуального танца. И такой должен быть фестиваль в городе Саранск. Фестиваль хорошо знает в России, и поэтому сюда все равно едет или приедет определенный контингент. И это говорит уже о том, что люди понимают, что в Саранск нужно вести новый танец, какие-то свежие работы, иногда идти на определенный риск. Творческий процесс – дело тонкое и весьма специфичное. Услышать музыку, увидеть движение, потом все это соединить в единое целое и воплотить в жизнь – задача любого хореографа. Вот вам, наверное, ни один творческий человек не даст ответа, откуда он получает вот эти толчки. Это может появиться откуда хочешь, и, как правило, это появляется очень спонтанно и непонятно. Вот эти порталы, они открываются в самый неожиданный момент. Я вижу исполнителя, и я под него сочиняю музыку. Я вижу музыку, и я вижу исполнителя, и я вижу ту музыку, которая под него должна зазвучать. Исполнитель первичен, и это главный колодец, из которого я найду движение, образ, состояние. Не обязательно быть понятными для зала и жюри, но обязательно придумывать, сочинять, воплощать на сцене, гореть и звучать. Ведь танец – это состояние души. Поэтому не мельтеши, танцуй, дыши!